толкайте меня в сторону, чтобы я не мешал. Вот я хочу прочувствовать, что такое вот течь на подлодке. Сапоги дадут? Прекрасно, давайте мне сапоги. Куртка у меня вроде бы непромокаемая. За сколько нужно ребятам управиться? Время кратчайшее, норматив 3 минуты. 3 минуты, да? То есть я туда на 3 минуты. Казалось, это вообще диссер личности. И когда струя воды вот прямо мне в лицо прилетела, там вот уже просто случился приступ страха. Мне казалось, что это вообще будет никогда, что это никогда не закончится. Это очень страшно. Оперативное время 12 часов 8 минут, наш курс полз на 5 градусов. Тренажер «Мостик» — это своего рода, да, 3D-моделирование реального командного пункта подводной лодки. Классификацию цели 1, 2, 3. Слева эсминец урод типа Орли Бёрд. Принадлежность ВМС НАТО. На этом тренажере регулярно отрабатываем маневры по швартовке корабля, проходу узкости, выходу из базы, которые в последующем пригодятся командиру при принятии решения в реальных условиях обстановки. Ориентир 22, 26. Через 5 минут поворот влево на курсы 100-70-70-80. Есть. Режим на линии расчетной циркуляции, курс корректуры не требует, опасных целей нет, БИП. Отсек длиной 12 метров, здесь установлены лабиринты, и они не знают, в каком положении они установлены, поэтому идут на ощупь, параллельно. Ищут пострадавшего. Вот они отыскали носилки, ложат на него пострадавшего, закрепляют и переносят, должны перенести его в другой отсек. По вам видно, что насколько это действительно тяжело, да, вот находиться тяжело. Там во время горения в отсеке, в замкнутом пространстве. Тяжело, замкнутое пространство, отсутствие нормальной видимости, плюс достаточно серьезная эмоциональная нагрузка, вокруг тебя огонь. То есть... А вот это что за звук сейчас вокруг нас? Вот он тоже с вами пришел. Срабатывают редукторы. Достаточно долгое время потратили на поиск, выходили на резерве, то есть работали резерв БТ. То есть не хватило баллона? Нет, нам их хватило, но мы знали, что в ближайшее время он не закончится. Нам разрешили прогуляться по этому дымовому лабиринту. Здесь действительно даже до сих пор, после того, как начала работать вентиляция, очень плохая видимость и запах. Сейчас ты понимаешь, что можешь, находясь здесь какое-то время продолжительно, получить, по сути, отравление. Потому что вот запах после тушения огня, химии этой, солярки, он очень едкий, он впивается в нос. Нужно уходить отсюда. Евгений Старов, «Пульс города».